Россия – агрессор, а аннексия Крыма была незаконной. Верховная Рада призвала европейских коллег и международные организации осудить вооруженную агрессию России на востоке Украины и продлить санкции за аннексию украинского Крыма. Постановление поддержали 309 народных депутатов. Против голосовала лишь оппозиционная платформа «За жизнь». Неужели кто-то в этом зале думает, что они с таким нетерпением ждут этой постановы в условиях, когда каждая страна борется за себя? Наша позиция не изменилась. Мы за мир и за втілення Минских угод. Закон о банках будут принимать в ускоренном режиме. Во время внеочередного заседания нардепы поддержали особую процедуру рассмотрения поправок к так называемому антиколомойскому закону. Он запрещает возврат национализированных банков и их прежним собственникам. За 255 решение принято. Ко второму чтению к законопроекту подали более 16 тысяч поправок. Их рассмотрение могло заблокировать работу парламента на месяцы. А от принятия закона зависит судьба сотрудничества Украины с МВФ. Это от фракции 5 правок, от каждого позафракционного депутата 1 правку. Это все группует полностью профильный комитет, надає до Верховной Рады. Мы заходим в зал, голосуем, принимаем законопроект, потом в целом и все правки разглядаем. Кроме того, нардепы в первом чтении проголосовали за освобождение медиков от налогов на время карантина.